Итак, всем большой привет! Вот мы встретились вновь, меня зовут Наташа Гром, и этот видеоролик про Игромир 2016. Прекрасно понимаю, что немного опаздываю с публикацией роликов, и впереди отчет по конкурсу, который был совсем недавно, но очень хочется затронуть одну из моих самых любимых тем, на которые также приятно снимать ролики. Это все, что связано с играми. Такое ощущение, что в этом году пришло еще больше людей, чем в прошлом. Наверное, на 1000, а то и больше. И как обычно, очереди, очереди и еще раз очереди. Уже по сложившейся традиции, на Игромир я хожу каждый год. И провожу, как правило, все дни. Не с самого утра, конечно, я приезжаю, но где-то часов с 12 дня. Потому что каждый день на Игромире происходят разные интересные штуки, да и программа всегда очень разная. И очень не хочется что-то пропускать. Пойдем турнир посмотрим. Да. В этом году удивило отсутствие многих стендов, но и появились очень многие другие на выставке. В плане информативности и съемки очень много чего интересного. Даже не знаю, как разбивать весь контент, чтобы максимально, но интересно показать его вам. В этом году выставка «Игромир» проходила с 30 по 2 октября. Получить также фанатского мерча, комиксов, о чем разговор пойдет чуть позже, эта миссия была выполнена просто на максимум. А вот следить за турниром по КС и смотреть каждую игру, такой возможности у меня раньше не было никогда. Ну и, конечно же, на этом Игромире у меня получилось максимум возможностей это увидеть. Время Довхоз, много, я думаю, привнес стиль команды Spirit после того, как ему Блэйд обучал. У нас на самом деле на СНГ-сцене девушка так не занимается обучением молодых, а вот Блэйд такая кузница кадров. В итоге... О, у нас пошло начало. Наконец-то, ребята. Ну что же, Игромир, надеюсь, все пока что не заснули в зале, пока была пауза между этими картами. А вот сзади меня тут на видео небольшой стенд с Adrenaline Rush, где выдавали на тот момент новый вкус энергетических напитков. Да-да, и они уже есть в продаже. Я знаю, что именно этот вкус понравится многим. И вы не представляете, сколько банок этого нового адреналина я выпила за эти 4 дня мероприятия. А вот косплееров в этом году было намного меньше, ну или это мне так показалось. Зато видели бы вы, какое количество переодевающихся девушек было в женских туалетах, всем надо было поправить прическу, макияж, костюмы, да и вообще, в этом году мой костюм не успел приехать, и это отдельная грустная история. Надеюсь, что на Игромире 2017 года будет все совсем по-другому. А вот опять очереди, и тут очень сильно заинтересовало это окно.
На выставке я встретила очень много блогеров, которые снимали везде и всюду, но на таких мероприятиях это норма, ну или классика, как говорят другие. Очень многие думали, что образ Харли Квинн будет попадаться на каждом шагу. Но тут ошибочка вышла. Я встретила подобных костюмов всего лишь 4. И вот у этой девушки был самый запоминающийся, самый бесподобный и максимально приближенный к оригиналу образ. Образ Харли Квинн мне самой очень нравится, но снимать видео с ней – это лютый зашквар. Хотя итоговый ролик, возможно, новогодний, который будет на канале, может быть, Харли и зайдет к нам в гости, кто знает. Но я не могла пройти мимо этой девушки, и мы немного попозировали. А это косплей Йоланди, крутой, правда? Обожаю ее и ее голос. Это киберспорт! Вот эту музыку Спенглер надо держать перед зарплатой! Это настоящий, если не смогу продолжать! Если ты зафиксируешься на месте бочки! Давай, давай, прямо, прямо, прямо встать! Ищи бы! Можно посмотреть, если он бегает! Давайте предоставим, предоставим руку следующему. Два игрока, правильно, по два игрока. Готовы? Давайте сейчас. А вот бой я хотела вам показать отдельно, потому что это очень красивое зрелище, и я думаю, то, что вам оно очень понравится. Ну и чтобы не мешать своими разглагольствованиями здесь, в этом ролике, хочу заранее с вами попрощаться и сообщить, что очень-очень скоро мы встретимся снова с вами, и впереди просто череда очень интересных и необычных роликов. Всегда ваша Гром Наташа, пока, и совсем скоро увидимся.